Неофициальных речений и торжеств. Новое здание ГИБДД на улице Солнечной просто открылось в штатном режиме. Привыкать к новому месту водителям не придется. Здесь всегда была площадка для осмотра транспорта. Навес, под которым помещается 25 машин, и отдельная стоянка для проверки грузовиков. С самого утра инспекторы ГИБДД занимаются сверкой номерных агрегатов, а также проверяют саму конструкцию автомобилей. Работа здесь началась сразу после открытия в 9 часов утра. За всего полчаса было обслужено 80 человек. Вот только если площадка существовала все время, то здание МРЭО ГИБДД открылось 31 июля. Сотрудники говорят, что уделяли большое внимание именно комфорту граждан. Заметить это можно уже на входе. Здание оборудовано парковочными местами для лиц с ограниченными возможностями. И крыльцо оборудовано пандусом с возможностью вызова сотрудника МРЭО. В самом здании можно получить регистрационные документы и номера на транспортное средство. И хоть по сравнению с прежним зданием ничего особо инновационного здесь нет, главной целью было повысить именно удовлетворенность водителей. Регистрационный комплекс находится в удобном для граждан месте. Совмещен с площадкой для осмотра транспорта и отвечает всем современным требованиям. Для исключения очередей и сокращения времени оказания государственной услуги, в здании обеспечено достаточное количество окон для приема и выдачи документов. Самих окошек для приема граждан 12 – 10 из них для приема, остальные 2 для выдачи готовых документов. У нас 2 окна оборудованы для приема граждан, которые подали заявки через портал государственных и муниципальных услуг. Также у нас выделен отдельный день, понедельник, когда ведется прием только граждан, которые подали заявку через портал госуслуг. На вопрос, будут ли всегда работать все окна, инспекторы ответили, что это зависит от очередей. Сотрудники отметили, что вторник – самый тяжелый день, однако по количеству посетителей этого не скажешь. Водителям новое здание пришлось по вкусу. Как вы оцениваете, здание удобнее, чем раньше? Удобнее, просторнее. Обслуживание хорошее, вежливые все такие. Я считаю, что лучше, так когда это здание просторней, а сделано приятнее, интереснее и расположено удобнее за счет того, что рядом осмотровая площадка. Ну, все вопросы можно решить. Окошек много. Вон. И 2 окна по госуслугам. Плюс 1. Ну, естественно, очередь меньше. Честно говоря, я тут первый раз вообще. Поэтому я не знаю, как там, лучше или хуже. Но все-таки новые. Я думаю, соответственно, окон больше, и все работают, как я погляжу. Поэтому я думаю, очень даже неплохо. Намного лучше, чем старое было. Единственный раз, когда я был в старом здании, когда получал первый раз права, у нас стало намного удобнее. Стали электронные очереди, стало намного просто просторнее, удобнее. Простор не только в приемной, но и по другую сторону окошек. Сотрудники ГИБДД положительно отзываются о новом здании. Помещение большое, то есть мы можем принять больше граждан, то есть и комфорт граждан, то есть тут будет учитываться оборудованная система кондиционирования, электронная очередь. Уровень удовлетворенности явно повысится в связи с обслуживанием в этом здании. Большое помещение, электронные очереди и 12 окошек обслуживания. Теперь все это недалеко от бывшего здания ГИБДД. Правда, здесь, как отмечают инспекторы, в новом помещении только регистрационный комплекс. Экзамены на водительское удостоверение и остальное так и осталось на Солнечной 5. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».